понедельник, Международный день защиты детей, губернатор в режиме видеоконференц-связи пообщался с семьями Верхневолжья. Руководитель области поздравил всех с праздником, а также поблагодарил родителей за сохранение тверских традиций при воспитании подрастающего поколения. Глава региона Игорь Руденя также сообщил, что в Тверской области семьи с детьми в возрасте 16 и 17 лет получат единовременную выплату. Сегодня поддержка семей с детьми является приоритетом в работе регионального правительства. С этого заявления начал общение с семьями Верхневолжи губернатор Игорь Руденя в Международный день защиты детей. По мнению главы региона, все меры поддержки, предложенные президентом России, правительством страны и руководством Тверской области, поспособствуют позитивным изменениям в демографии нашего региона. Мы понимаем, что у нас есть очень важная задача поддержать всех в сегодняшней очень непростой обстановке. И правительством Тверской области принято решение. Мы сегодня об этом хотим объявить. Вот, я уверен, что это, наверное, лучший повод, лучшее место, когда это можно сделать. Мы приняли решение, что также проведем единовременную выплату для семей с детьми, у кого ребятишкам исполняется 16 и 17 лет. Глава региона поручил оперативно проработать порядок выплат, чтобы жители Верхневолжья могли получить их уже в ближайшее время. Кроме того, сейчас по инициативе президента Владимира Путина в России реализуется целый комплекс мер поддержки семей с детьми. Так, с сегодняшнего дня начались перечисления ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, семьям с невысокими доходами, а также начата выплата единовременной помощи в размере 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет. Поддержка также предусмотрена гражданам, имеющим детей, но временно потерявшим работу. В целом, семьи Тверской области получат различные виды поддержки на более чем 225 тысяч юных тверичан. Помимо материальной поддержки, по традиции, в канун Дня защиты детей, высокими наградами были отмечены многодетные семьи Верхневолжья. 25 мая указом президента она присвоена семье Новиковых из Твери, воспитывающей 5 детей. Конечно, радость, гордость за свою семью, за то, что наши такие вот обычные, мне кажется, обычную работу с детьми, воспитание оценили настолько высоко. Это очень приятно. Большое спасибо. От лица всех родителей и многодетных особенно, да, хочется поблагодарить за такое внимание к нашим семьям, за поддержку. Это очень своевременно. А для многодетных семей это очень существенное. Чтобы поднять престиж многодетных семей, а также создать условия для их комфортного общения и обмена опытом, Игорь Руденя поддержал идею открытия в регионе центра семейного досуга. В ближайшее время будет начата проработка этого проекта.